Только закончила монтировать вчерашний вложик для вас, ребятушки. Смотрите, какой у нас рассвет. Утро. 6 часов утра. Красиво. Боже, эта картинка, наверное, не передаст этой красоты на камере. Попробую приблизить. О, а так вообще красиво. Мы идем на завтрак, а увидели дельфинов. Сейчас мы вам покажем. Что? Это молодняк. Это маленькие? Mm-hmm. Классно, идешь на завтрак, а тут дельфины такие маленькие плавают. А мы еще в столовой не были. А еще сенсорная комната. Сегодня мы увидим еще столовую, потому что мы не были еще в ней. Здравствуйте. Здравствуйте. 329. Берите, пожалуйста, маску. Я будешь кушать через маску. Я поняла. Есть новая технология, придумали китайцы. Смотрите, что здесь на завтраке дают. Какие вкусняшечки. Ого, тут шведский стол прям. Сосисоны даже есть. О, мидии. Даже устрицы есть. Андрей, где? Андрей хотел устрицы. Клубничка, шампанское на завтрак. Ничего себе. Тут у нас десертики всякие. Если вы не на диете. Фреши соки. Тут можно сделать себе хлопья с молоком. Разные. А вообще даже блины есть. Ничего себе. Блины, варенье. Сыры разные. На любой вкус. Хочешь устрицы? А там, кстати, есть не только устрицы и мидии. На завтраке на рояле мне еще никто не играл. И Андрею тоже. Такая песня, все ее знают. Очень красиво, романтично. Андрей омлетик только что приготовили вот такой. Я взяла морепродукты. Картошечки чуть-чуть и взяли молоко. Сейчас Андрюшка будет кушать устрицы опять. Мой опыт с Ашаном меня не научил жизни. Но мне кажется, это просто был Ашан. Ну вот. Давай. Мне что-то... Не, когда мы кушали устрицы а-ля в ресторане, я не рыгал. И мне не было плохо. Ну давай попробуем. Устрицы. Я думаю, что они реально прям свежие-свежие. Только с моря. Да. Да? Я, короче, уже да. Я теперь понял. Те были не такие по вкусу. Те были реально не свежие. А ну по вкусу на самом деле чувствуется, когда свежие устрицы, я теперь уже понимаю, в принципе, наверное. Здесь такие завтраки вкусные вообще. И, конечно же, устрицу надо закусить чем? Правильно, мидией. Но мне, знаешь, мидии больше нравится. Хочешь устрицу? Не, не хочу я устрицу кушать. Хочешь, мне больше будет? Тут горячая вода? Да. Ничего себе. Можно ножки помочить? Да, ты попробуй, вообще горячая. Сейчас посмотрим на дельфинчика. Смотри. Привет, малыши! А тут один только? А, нет, два. Три. Три дельфина. Это молодняк, видишь, они не такие большие. Угу. С ними можно удобно плавать, не бояться. Чтобы ты такой сидит, говорит, Валерчик, выходи. Валер, ну идем поиграемся. Давай, Валера. Тут можно самому себе сок выжать. Видите, что самое прикольное, типа вообще может всегда чпок. А, вот так просто? Да, и оно уже подробило, уже сок набило. Ничего себе. Это натуральный сок апельсиновый. Система. Смотрите, чем у нас, короче, сладкий стол. Угу. Блин, ну сложно, блин, когда отдыхаешь на отдыхе и так далее, сложно не жрать что-то вредное. Оно все такое аппетитное, такое сладенькое. Хочется какой-то такой легенький десертик покушать. Ну, чуть-чуть же можно, чуть-чуть. Вот так вот. Можно, можно, годик. А в общем-то, я еще сегодня, ребята, постригусь.
побреюсь, так что, в общем-то, бородача сегодня прям такого жесткого, некрасивого не будет. Сегодня мы должны привести в порядок. Мы сегодня со Снежкой пойдем на парный массаж. И Снежка еще сделает сегодня маникюр, педикюр, брови, короче, все эти женские красивые процедуры. Вот, и возможно завтра, короче, мы, ребята, поедем, точнее, поплывем кататься на яхте. Поснимем для вас видео интересное в открытое море. И что еще у нас, Снежка, планируется? А, мы еще планируем последний день, когда уезжаем, в пятницу. В парк сходить. Мы сходим в парк, где дикие животные, где можно жирафа погладить. Классно, скажите. Никогда в жизни вот именно вот так животных, прям вот так близко-близко никогда не видел. Покормлю льва своей рукой. Ну, прям рукой своей, дам ему руку, он сожрет ее. Не, там, по-моему, просто возле него стоишь. Не, мясом дают, можно кормить мясом. Там подкидывать его, он будет кушать. Ну, короче, должно быть реально очень интересно. А пока что кушаем и потом пойдем немного поплаваем. Не, пойдем поспим. Снежка, вообще Снежка не спит, я не знаю, как она. Честно, я уже не то, что в аут ушел, я и сейчас немножко сонный, а она вообще не спит. Я без понятия, почему. Потому что я монтира. Снежка будет как будто делать массаж. Чин, ой, приятно, Снежка. А, хорошо было, да. У нас, ребяточки, аниматоры подкатили, танцуют. Давай, Мишенька, ручка, ручка другой. О, пацаны, привет. А я, Снеж, тебе говорил, что мы взяли вчера кокаин. Смотрите, заказали. Как кошки моются. Видите? Они нас видят или нет? Вот в этом-то и прикол. Ты сейчас можешь им, в общем-то, макарен вкусовать, а не заметить. Да? Да. Даже если ты голиком пробежишься? Ничего не увидят, оно зеркальное, да. Они действительно нас не видят? Не видят, нет. Смотри, я тебе просто покажу, смотри. Ай, я прикинь, заметит! Андрей! Он ее заметил. Думаешь? Да. Пацаны, помыли уже, все. Сейчас я махаю, да ничего они не видят, ему кажется, что он увидел. Смотри, да? Смотри, эй. Смотри, не видит ничего, что я говорю. Эй, чувак, воу, воу, кидай. Я говорю, что не заметил. Вот это да. Эй, блин. Что с... О, увидел, все. Не, ну слушай, там, наверное, не сильно было видно. Он, наверное, увидел потом уже в конце самом. Оно типа, ну оно отзеркаливает, реально. Котик, ты куда такой нарядный? В ресторан? А то, на массаж. А-а-а. Парный массаж. Ничего себе. Сейчас попробуем, что это за чувство. Как думаешь, Снежка, давай ставим ставки. У нас будут какие-то азиаточки? Не знаю. Или просто взрослые мужики? Ну я надеюсь, что у меня будет массажист девочка. Я тоже надеюсь, что у меня будет массажист девочка. Пошли. Мне нравится твоя идея. А то если будет массажист Гурген, я не смогу расслабиться так прям, как хотел. А массажист девочка мне нравится. Массажист девочка. Не, просто... Я не... Просто массажист девочка. Все, едем. Сейчас смотрим. Пожалуйста, у вас массажист где? Женщина, здравствуйте. Наталья Петровна. Стаж у меня 42 года. Не, я вижу, что вы с опытом. Ну ладно. Главное, массаж. Там две девочки. Назра будет массажировать. Да? Не знаю, там, короче, две девочки. Ну, я бабушек не видел. Котик готов? Конечно. К массажу. А ты ревновать не будешь? Нет. А если будет говорить, ой, как приятно. Ну, говорить. Так, ой, Кейтя же хорошо. Давай. Ну, мне же должно быть приятно, правильно? Ну, да. Ты же на массаж идешь. А мы заказали какой массаж? Мы заказали расслабляющий. Угу. Да. Котик, давай, заходи. О, здесь романтика будет. Хорошо. Да, хорошо. Ну что, кому куда как? Смотрите, вам одноразовые трусики вот по сторонам. Девушка, это вам, угу. Вам Мэмена. Ага. Вы переодеваетесь в трусики и ложитесь на животики. Хорошо. Все. Да. Котик, переодевай трусики. Слушай, а я думал, реально, видишь, что это одноразовые. Стринги дали, да?
Ну хорошо, типа, она могут типа испачкаться случайно, типа, да? Ну да. А я не знал. А это нормально во всех, типа, во всех этих Вау! Да. Ох, ничего себе! Так, ребята, об этом история будет умалчивать. Мы, конечно, сейчас не покажем, как это выглядит. А как это одевается? Ну вот так. А то на жопу. А, это на жопу. Да. Бля, представьте, вот это контент будет. Это шапочка. Вот это, Китя, знаешь, как говорится, сколько лет живешь, что-то в жизни нужно пробовать новое. Труселя. Все. Как тебе массажик? Блин, Китя. Это было что-то. Угу. Я же уснула. Ну ты уснула, потому что ты не спала. На самом деле... Это был лучший мой массаж в жизни. После Снежки. Снежка делала самый лучший массаж в моей жизни. Вот. Но сегодня был второй по величине. Просто, блин, мне никогда... Вот только одна Снежка когда-то массировала мне ноги. Мне вообще, то есть, я лежу полностью, всю спину. Потом ноги. Мне уже стало вообще насрать, в чем я, в трусах, не в трусах. Настолько, то есть... Такие вот, знаешь, чувствую, что руки профессионала так разминают прям, то есть полностью все ноги, пальчики, руки, пальчики, все полностью, ягодицы, бедра, все размяли прям, шею, потом говорит, переворачивайся. В общем, есть тюбнема, я прозрел. И давайте на массаж как мой. Нет, офигенно, реально, я, ребята, так кайфанул. Просто кайфон. Снежка вообще уснула. Я тоже пару раз такой, типа, проснулся, уснул. Вот, сейчас мы, короче, пойдем, помоемся, и потом мы сейчас со Снежкой уже будем двигаться в салон красоты. Снежки будут красоту наводить, а меня побреют, постригут. Ребята, так что, блин, кто вот парный массаж, это просто бомба. Я вот вам всем советую. Это вещь, это реально нужно попробовать, именно этот массаж полностью. Даже эта кровать, короче, она какая-то вообще необычная, она поднимается, опускается. Да-да. Вот что-то там в ноги поднимает, опускает, то есть я думал, что такой черт, что это такое. Бомба, все. Бодрячком. Расслабились немножко? Это непривычно. А как вам парный массаж именно? Ну, вообще, классно. Вообще необычно было, когда перевернули на спину. Для меня это вообще типа необычно. Ну, да. Мы ходили вообще на такие массажи лечебные, которые занимаются только спиной. И там вот, ну, спину намассировали все, ну когда ноги, спину, руки, а потом еще перевернули тоже руки и ноги. Ну это, конечно. Ну вам понравилось? Бомба. Я уверен, что это можно почувствовать каждому. Отлично, спасибо. Мы довольны. Огромное. Да, завтра уже к вам идем попробуем этот хамам. Да, завтра вы будете вдвойне удивлены. Вам понравится точно. То есть еще вы должны быть поинтереснее. Конечно. Ну все. Мы уже переоделись, покупались, идем на следующую процедуру. Меня постригут. Короче, Снежка идет со своей камерой, а у меня будет своя камера, но это все будет в одном влоге. Посмотрим, как меня изменят. Ну вот какая Андрея сейчас борода. И на голове что? Ну такое чуть-чуть. Что будет потом? Просто многие писали, типа, Андрюха, борода типа чуть-чуть, ну большая борода тебе прям в разные стороны не идет. Вот, но я специально немножко отращиваю ее. И должны сейчас будет это все дело подмарафетить. Посмотрим. А где будут делать ногтики на руках и ногах? Вот салон. Салон Лореаль. Не знаю, кстати, у меня косметичка Лореаль тоже. И вся косметика Лореаль. А у меня на три. Угу. Может, даже пахнет. Здравствуйте. Борода, а у Снежки... У вас так светло. Красиво здесь. Сейчас я заканчиваю. Чай, кофе? Нет, спасибо. Здесь столько всяких приспособлений. Селфи-кольцо есть. А вот это я не знаю, что. Напишите в комментариях, ребятушки, что это такое вообще. Ну, это, я так понимаю, для головы. Оно еще светится? Фен, наверное, какой-то для волос. Или умывальник. Класс. Смотрите, какие мои ногти, да? Маленькие, обычные, не накрашенные. И вот на ногах тоже. Не накрашены, ничего. А потом посмотрим, какие будут. Ну что, ребята, в общем-то, мы уже с мастером определились, что мы будем делать. Запомните, что есть сейчас. И покажем вам уже результат. В общем-то, подровняли. Я как бы не просил прямо все как-то менять, либо побрить меня под ноль, нет. Но... Так что попробуйте.
намного комфортнее, потому что я вот больше всего не люблю, когда вот здесь вот растает прям такими кусками. Что скажете? Снежка, в общем-то, пока что. Снеж, что ты? Вот, ну мне, конечно же, нужно, в общем-то, помыть голову. И тут какое-то вообще чудо-приспособление, ребята. Короче, камеру нужно выключить, но вы видите, какая-то космическая станция. Снеж, что скажешь? Вау! Нормально? Красавчик! Уже ровненько все. А то, блин, в общем-то, хожу, зарастаю. Такая стрижка прикольная. Необычно, у тебя такое раньше не было. Ну, по-другому, конечно, другой мастер делает, каждый мастер делает по-своему, но мне нравится, ребят. Напишите в комментариях. Мне нравится то, что наконец-то мою бороду, в общем-то, уже вот эту, не знаю, кто как любит, но я не люблю, когда тут по бокам, ребята, зарастает. Если мне уже тут зарастает, или знаете, когда тут есть зоны у мужиков, начинают кучерявить тут сбоку, я стараюсь всегда это все сбивать. А вот. Так что бороду, как видите, я основное ставил, чтобы, в общем-то, понемножку-понемножку плотность нарастала, а у Снежки, вижу, полным ходом идут ногти. У нас база. Ну, потом же будут эти полосочки, да, которые френч? Ну да, то, что ты любишь. Работа, да, ребята, да. Кипит. О, смотри, видела, что френч не получится? Смотри, какой френч получился. Ну, четко, как будто у тебя это, ногти даже длиннее стали. Классно, мне нравится. А наоборот подпилили, они... Мне нравится, красиво френч получился. А, ты вообще решила, типа, по полной программе? Тут рисуют этим? А это трансформер лампа. А если у тебя волосы кучерявые по жизни, то всегда их нужно выпрямить. Все ровные становятся кучерявыми. Пришли поужинать. Сегодня кушаем борщик. Борщик с пампушками какими-то принесли и добавили сметанку. У Андрюшки вообще солянка. Просто, ребят, захотелось что-то жиденького уже. И мы сегодня в другом месте сидим. Если вчера у нас была, в общем-то, живая музыка в плане пианино, а точнее рояля, то сегодня у нас живой голос. А вот. Да. А еще у нас чаечек. А еще мы заказали, а почему мы еще там заказали, еще, а мы еще салат заказали и еще суши. Короче, мы, ребят, салат сидим заказали, как бы до ночи. Кушали. Да, нам понравились салаты те, мы решили повторить. Снежка свой с морепродуктами теплый, а я Цезарь. Я надеюсь, что сегодняшний Цезарь будет такой же божественный, как и вчера. Потому что реально его оценил. Вот. Короче, мы тут сидим допоздна, потому что мы сегодня красивые, мы сегодня отдыхаем. Завтра тоже насыщенный день, плавание с дельфинами. Пофотографируемся, завтра поплывем на яхте, покатаемся. Короче, будет вам что посмотреть, показать. А мы пока что отдыхаем. Съели борщ. Здесь настолько вкусная кухня вообще. Вчера салат вкусный был, мы заказали еще сегодня такой же. Вот вкусно и нормально, вот, вот нет, ничего не раздражает, никого-то. Вот часто, когда я солянку ел, часто в солянку бросали копчености, прям такие немножко остренькие. Они вроде вначале нормально, но у меня потом бывало изжога очень часто. Приятного аппетита, хватит. Если вы тоже, ребятушки, кушаете, приятного вам аппетита. Нам все сразу принесли. Филадельфия другая. Филадельфия с икрой. Я не помню, что Филадельфию предложили. Икру? Да, Филадельфия в основном без икры делали всегда, но здесь с дополнением приятным. Котик, как тебе наш второй медовый месяц? О, бля, ребятушки, чтобы вы понимали, сейчас 3 часа ночи, начало 4-го, а мы со Снежкой на 7-м этаже. На 7-м этаже за 7 часов счастья, спасибо тебе, Нему. Короче, да, ребят, мы на 7-м этаже,
лежим в джакузи, бульбочки, чтобы тихо было, не надо. Вода тут горячая, как в ванной, как Чент любит. Сзади меня, в общем-то, Немо, там ресторан. Ой, как хорошо. Просто вот, и мы со Снежкой решили отдохнуть. Вы знаете, вот шо-шо, вот, ну вот, конечно, в Турции такого не было прикола. В Турции вообще нельзя было после 10 купаться. Они почему-то запрещали. Наверное, мы когда-то попробовали, нас выгнали. Да, сказали, пошли вон. А рядом, короче, прикиньте, мы, короче, купались в тот день. А там рядом, ребята, одна парочка была. Они там кое-что делали. Это было в Турции. В Турции. Они кое-что делали, даже титки было видно. Ну, такое. Зато в Одессе такого нету. В Одессе, потому что это семейный отель, тут с детьми, а там без детей были. Поэтому, может быть, после этого они не разрешают ночью купаться, потому что кто-то там делает жиги-буги. Ты Манила бомба, моя девочка бомба. Ну, короче, вы поняли все. Вот, поэтому мы сейчас со Снежкой, никто ничего не говорит. То есть ты можешь спокойно полежать себе здесь. Хочешь тут, хочешь снизу, хочешь сверху. Бассейны все подсвечиваются, никто энергию не экономит. Надо, главное, выспаться завтра. И завтра, короче, мы, ребята, поедем кататься на яхте. Угу. На яхте поедем. Ребята, никогда в жизни на яхте не плавал, а это поплаваю на яхте. Там почему еще с нами... Почему мы плавали с этим, с нашей партнеркой один раз? Ну, тут другая яхта была. Ну, ладно, плавали, но не такой. А вот, поплывем, а потом мы еще завтра пойдем со Снежкой, короче, на хамам-хамам. Тамам-тамам. Нас но там сегодня, завтра конечно, скрабинг поделают, сегодня поэтому... Сегодня у нас массаж такой, котик крутой был. Ой, вообще. Ой, парни, мне такая девочка жала. Ну, конечно, Вася это не порно-актриса, но тоже руки были очень мягенькие у нее. Мне понравилось, она так меня размяла. Мне впервые в жизни так мяли сверху, снизу, на спине, на животе. Ну, трусики с меня не слетели, мои те. Вот так все нормально. Вы видели эти трусики? Трусики, не видели. Ну, они на мне их точно не видели. На мне их только видел кто, правильно, только массажист. И она сказала, что я в них смотрелся очень сексуально. Она еле сдерживалась. Вот. Ну, мне так кажется. Она не говорила, но по ее глазам я прочитал. А, ты, ну да, ты сейчас экстрасенс? Экстрасекс я. Я экстрасекс. Вот, поэтому вообще шикарно было. А завтра вообще у нас... А завтра у нас еще купание с дельфинами. Блин, ребята, будем завтра плавать с дельфинами. Угу. Надо будет взять с собой еще аквабокс, если можно будет. И поплавать. И под водой можно поснимать. А если я утону, то я не всплыву. Не утонешь, хоть я тебя спасу. А нам жилеты дадут. Жилет дадут. Чтобы мы побрились жилетом. А потом одели его, чтобы не втонули. И будем завтра, Вася, вот это будет видать. Как эти звуки делать? Ну, я такой звук не умею делать, как дельфины делают. Они такие... Как чаечки они. Да, как чаечки. Как... Такие вот, да, звуки будут, и мы завтра будем с ними, Вася, плавать. Хорошо. Хорошо. Пахлава медовая. Соленая кукуруза. Не кричи, котик, люди спят. Пшедлена, меня вызовут охрану, скажут, там какой-то неадекват в бассейне, плавает жопой вверх. Говорит, что какой-то блогер ненормальный. Пахлава медовая. Какой романтичный фон, котик, ты и луна. Созвездие Сатурна. Нептуна. Сатурн там, там Нептун. Ты мой Нептунчик. Сейчас я тебе сделаю одного. Котик, ты мой Шептунчик. Я сейчас покажу тебе одного Нептуна. После моего Нептуна никакой Шептун не получится. Берешь, вот так ложись, вот так вот. Вот так вот. Вот так ножку закидываешь. И загораешь. Доказано, что именно так загар цепляется на 20% сильнее. Не, на 50% меньше. Я жопа на полу сижу, наверное. О, спасибо, ты меня спасла. В главной роли Чент и его помощница Снежка. Капитан... На нас напали. Пундра. Капитан Артур, на нас напали. Завтра будет у нас такой котик. На такую ванну. Знаете, как треба воды, что такую ванну набрать, а потом тут таких сколько нужно, ванн, котик. А сколько потом еще нужно электричества, чтобы эту ванну поддерживать в тепле на улице. И в чистоте это все. Да, она чистенькая, слушай. Кучерява, ты меня топишь. Луна, зачем мне она пердел? Зачем она пердела она? Держи меня. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ты бы еще пукнула? Нет, я вот так взял. Я понял, дай на рассказы мне сказки, газанула.
Нам тут посоветовали попробовать еще котлетки Немо. Да, сейчас полчетвертого ночи, но сказали, что можно заказать доставку еды прямо в номер. Прикиньте, круглосуточно можно жрать. Пошли. Мы можем посидеть как бы в ресторане, но если тебе не хочется, мы как бы после этого, после джакузи, то можем все, что там приготовить, нам прямо в номер принесут, прикинь. Mm-hmm. Четко. Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома. Один, один, два, два. Сейчас, короче, пробуем сделать заказ с номера. Полчетвертого ночи. Звоним в ресторан. Здравствуйте. А можно заказик сделать? 329. Да. Хотим заказать котлетки Немо. Две порции. Нет, все. Да, 20 минут, слушай, даже может даже чуть быстрее, чем в обычном ресторане бывает. Все. Просто мы чуть проголодались, и нам посоветовали попробовать котлетки Немо. И мы решили попробовать. Немо. Я думаю, это что-то какое-то фирменное. Написано «Котлетки Немо, лосось, тигровые креветки, снежный краб и подаются с картофельным...» Снежный краб. Снежный краб. Снежный краб. Снежный краб. Снежный краб и подаются с картофельным пюре. Пюрешечка. Котлетка с пюрешкой. 20 минутки, и нам принесут прямо в номер свежеприготовленные котлетки Немо. Ну, это имеется в виду не котлетки с Немо, а просто называется котлетки Немо, типа фирменные их. Это понимаете? Как кокаин суши. Кокаин суши, котлетки Немо, они там как-то по чудо. Ну, слушай, ну а как они так делают? Лосось, тигровые креветки, снежный краб, это все котлетка. Это все типа вместе получается, по идее? Наверное. То есть прям такой море этот... Море-котлетка. Море-котлетка. Попробуй море-котлетку и пюрешка, это вообще, это... Смотрите, какой вид просто, ребят, вот мы сидим. Не знаю, видно вам или нет. Видно. Песня просто, картина. А вот там сверху ресторан. Тот, mm-hmm. которому мы заказали еду, вот он сверху. То есть мы прямо можем видеть ресторан, бассейн, все можем видеть. А у нас тут, оказывается, еще мини-бар есть. Ну, везде есть, мы просто про него забыли. Но тут такой заполненный полностью. Ну да, даже есть это, смотри. Маленький виски Джеймисон. Mm-hmm. Что это? Но мы не пьем, котик. Да. Это пусть другие пьют. Пиво. Мартини. Шоколадка. Шоколадка, Рафаэлла. Несквик. Несквик. Презервативы обязательно. Ой, вот это вкусное. Феррера, Рошен. Там дальше у нас тоже... Тик-так. Кока-кола. Бёрн, Кока-кола. Холодненько. Вот, это Зеро, по-моему. Да, без сахара. Если вот. Вы на диете, тут такая кола есть. Бёрн. Но Бёрн лучше не пить на ночь. Пивасик, Хью Гарден. Еще какая-то вода. О, тоже на какая-то вода. Природная минеральная вода, Эвиан, Боржоми. Угу. Поздно пить Рич Боржоми. Сок такой вот в баночках. Консерва какая-то. Консерва? А, нет, консерва. Консерва. Соломка, фисташки. Слушайте, бар такой большой. Ну да, целый холодильник. А вот и наша знаменитая котлетка Немо. 15 минут прошло, слушай, реально. Быстренько так принесли. Да. Ну, котик, давай пробуем. А, тут есть соус. То есть это по факту котлеты с морепродуктов. Вкусненько? Да. Тебе понравится. Ты такая, что не ешь мясо, только морепродукты. Очень вкусно. Ну, знаешь, реально чувствуется, когда здесь типа не полуфабрикат. Ну да, они сами все сделали. Вкусняшка тогда. Мы сейчас будем кушать и смотреть наше видео, которое полтора часа идет. Которое уже недавно посмотрели. А мы только смотреть будем. Ну да. Смотрите, ребята, приятно из прошлого.